Здравствуйте, с вами Наталья Меленчук, и сегодня мы поговорим о деньгах, а точнее о секторе быт. И как же узнать, какой у нас коэффициент в секторе быт? Нам нужно сложить сектор здоровья с сектор логика и сектор труд. Это не значит, что если у нас 1/4 в здоровье, 1/5 в логике и 1/6 в труде, и нужно посчитать 4 плюс 5 плюс 6. Нет, каждая цифра имеет значение 1. Если 4, 2, допустим, здоровье, то это уже двойка у нас. И рассмотрим такой пример. 1/4 плюс, например, 2/5, это будет 1 плюс 2, и плюс 1/6. Это значит, плюс еще 1 равно 4. Коэффициент быта у нас 4. Сектор быт отвечает за возможность привлекать финансы в свою жизнь. Иногда это может стать самоцелью, к сожалению. Но мы не будем рассматривать сектор быт в сочетании с числом судьбы и другими показателями матрицы. Мы рассмотрим классические варианты. Мы будем рассматривать только сектор быт в чистом виде. Итак, у кого пустой столбик, где находится здоровье, логика и труд, ну я вас поздравляю, у вас сектор быт 0. Что это значит? Это значит, что такие люди либо-либо, первый или второй вариант, либо живут за счет родителей постоянно, либо за счет супругов, или же за счет государственной помощи соответственно. Также существует второй вариант. Это когда такие люди очень много работают, но по факту получают мало на нелюбимых работах, или же как-то вот все не получается, да? То есть не оценивают на работе, не ценят, в общем, труд. Мой совет для людей с пустым средним столбиком: если есть возможность не работать, и вы при этом себя комфортно чувствуете, в основном это, конечно, касается женщин, не работайте. Занимайтесь домом и любимым хобби. Это, конечно, радикальный совет. На самом деле, просто людям с сектором быт 0 нужно заниматься любимым делом. И тогда при таких условиях в жизнь начнут приходить средства без тяжелого труда. Еще один из советов. Постарайтесь окружать себя людьми с высоким коэффициентом в секторе быт. 3, 4, 5. Они будут для вас своеобразными донорами, чтобы успешно построить карьеру. Ну, чаще это супруги, также это могут быть и дети. И помните, все в ваших руках. Даже с коэффициентом в секторе быт 0 можно достичь финансового успеха. Просто нужно знать эти алгоритмы.